В соответствии с законом с 1 июля ежегодно меняются размеры платы за коммунальные услуги. Государственная служба Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам уже утвердила новую стоимость услуг отопления жилых помещений, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и других. Со второго полугодия в среднем рост тарифов на теплоснабжение для населения составит не более 3,5%, на водоотведение, а также горячее и холодное водоснабжение – не более 4%. С 1 июля тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет на 12 копеек, для сельских – на 8. Увеличится цена на газ. Она составит 6 рублей 5 копеек, что на 2,9% больше, чем сейчас. Плата за услугу по обращению с отходами увеличится на 2 рубля 13 копеек для городских жителей и на рубль 70 копеек для сельских. В ходе брифинга обсудили и меры социальной поддержки тех, кому не хватает средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Теперь на субсидии могут рассчитывать только добросовестные плательщики. Должники будут лишены такой возможности. Меры поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются гражданам, если имеется какая-либо задолженность вообще. С 1 июля вот эта норма у нас поменяется, и теперь мы меры поддержки не будем предоставлять, если имеется уже судом подтвержденная задолженность за последние 3 года. Информация о наличии у граждан такой задолженности будет запрашиваться через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин, Республика.